Еще раз добрый день, Полтава. Я нахожусь на улице Котляревского возле цветочного рынка. Хочу вам рассказать о ценах на сегодняшний момент на цветы. Тюльпан 20-25 гривен. Тюльпан, мне сказали, весь местный, выращивают люди сами. Роза 30 до 70 гривен. Тоже в зависимости от того, какой вы хотите. И есть такой ирис, цветок, 25 гривен. Приятную вещь я узнал. Киоск номер 13 мне предложил сразу же на 8 марта и доставку. То есть доставка, ну как мне сказали, 30-35 гривен. Кому интересно, приходите сюда. Киоск номер 13, вам дадут визиточку. Заранее, загодя, вы сможете получить цветы в тот момент, когда вы закажете. Всем удачи!